что носили наши предки в 18-19 веках. В квартире музея семьи Ульяновых открылась выставка «Необыкновенные путешествия по Евразии». Проект «Ленинский мемориал» подготовил совместно с музеем «Остров Град Свияжск» из Татарстана. В экспозиции коллекция гравюр Иоанна Георги, национальные костюмы чувашских, татарских и мордовских народов, а также материалы из личного фонда Дмитрия Архангельского. Когда мы узнали тематики выставки, мы посчитали возможным дополнить ее своими материалами. Дело в том, что у нас хранится огромный личный фонд Дмитрия Ивановича Архангельского, одного из главных творцов культуры нашего Симбирско-Ульяновского края, его первого художника-летописца. И вот эта коллекция фонда Дмитрия Ивановича Архангельского – это настоящая золотая кладовая нашего музея. Наш земляк коллекционировал костюмы народов Поволжья, а также тематическую графику. Музей-заповедник «Остров Град Свияжск» привез в Ульяновск 24 работы. Выставка продлится до конца августа. Анна Тищенко, Улправда ТВ.